Откуда вы знаете, что он есть? Откуда мы знаем, что есть этот поток ветра? Потому что мы можем увидеть какие-то события в нем. Вот и мне кажется, что я не знаю, есть ли поток, в том смысле, в котором мы все в потоке. Я его не вижу, не могу потрогать. Но я могу посмотреть на каждый отдельный пузыречек в своей жизни. На каждое событие, типа совпадения, типа случайности. И как-то же они связаны, есть не какая-то амплитуда, вектор. Пусть интеллект так уверенно вешает поверх сознания ярлык. За ярлыком все по-прежнему свежее, да и с тобою впритык. Сшито и спаяно, правда без швов, как и диффузия звука. Сколько бы слов в тишину не пришло, все они входят без звука. Слоя дрожат, золотые красками тишь омывая. Не нарушает вечерний покой пламя, что рядом пылает. Не искажает звук тишину. В нее родился и каснет. Будешь собой всегда, потому пусть разум уловок и дразнит внешнее все. Не вовне, а внутри. Воспринимаемо густо. И видит, стараясь, не только смотри. Без восприятия пусто. Как в тишине место звукам дано, так же и мы не случайно местом для света нам быть суждено.